Здравствуйте, вы на канале Инфок, и сегодня мы посмотрим подборку из 10 китайских дорам в жанре романтика исторический, которые вышли в 2023 году. Вся информация о дорамах есть в описании под видео, также ко всем дорамам в этом ролике есть русская озвучка полностью всех серий. Первая дорама называется «Не тот паланкин, тот жених» в дораме 24 эпизода в жанре комедия-романтика-исторический. Главные мужские роли сыграют актеры Ао Жуй Пен и Джао Шуньжань, а главные женские роли сыграют актрисы Тян Си Вэй и Бай Бин Кэ. Вторая дорама называется «Мой дорогой лис» в дораме 30 эпизодов в жанре исторической комедии романтика фэнтези. Главную мужскую роль сыграет актер Ван Юшо, а главную женскую роль сыграет актриса Люй Сяо Юй. Третья дорама называется «Унесенные дождем» в дораме 37 эпизодов в жанре исторический романтика-комедия. Главные мужские роли сыграют актеры Джао Инбо и Сунь И Джоу, а главные женские роли сыграют актрисы Джан Нань, Ван Юй Вэнь и Лю Мэй Тун. Четвертая дорама называется «Дорогой мой принц» в дораме 24 эпизода в жанре фантастика-романтика-исторический. Главную мужскую роль сыграет актер Лю И Чан, а главную женскую роль сыграет актриса Сюй Жо Хань. Пятая дорама называется «Песня о темном городе» в дораме 16 эпизодов в жанре уся романтика, исторические приключения, политика. Главную мужскую роль сыграет актер Юань Хао, а главную женскую роль сыграет актриса Дзя Дзе. Шестая дорама называется «Связаны судьбой» в дораме 24 эпизода в жанре романтика-комедия-исторический. Главную мужскую роль сыграет актер Ао Жуй Пен, а главную женскую роль сыграет актриса Ци Ян Ди. Седьмая дорама называется «Романтика сказочной страны» в дораме 24 эпизода в жанре романтика-комедия-исторический. Главные мужские роли сыграют актеры Ван Хуни и Лю Индзюнь, а главные женские роли сыграют актрисы Хуани и Кэ Ин. Восьмая дорама называется «Братство клинков. Тень гор и рек» в дораме 24 эпизода в жанре исторический романтика экшен уся. Главные мужские роли сыграют актеры Джан Юнь Лун и Чэн Жо Сюань, а главные женские роли сыграют актрисы Сунь и Мао Юдзе. Девятая дорама называется «Девять праведников» в дораме 25 эпизодов в жанре детектив, саспенс, исторический триллер. Главные мужские роли сыграют актеры Цяо Джан Юй и Ли Дзя Хан, а главные женские роли сыграют актрисы У Дзянь и Ху И Сюань. Десятая дорама называется «Госпожа Чунь. Судебный защитник» в дораме 20 эпизодов в жанре исторический романтика. Главные мужские роли сыграют актеры Хуан Цзюнзе, Фан Цзесинь и Цин Тянь, а главные женские роли сыграют актрисы Джуан Дафэй и Джу Линьюй. И на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось, и до встречи в следующем ролике. Всем пока!